В результате активных дождей возникла угроза подтопления в Староуткинском городском округе. Жилые дома в деревне Волыны окружены водой. Принято решение об эвакуации населения. Компания «Свердловэнерго» совместно с МЧС Свердловской области приступила к проведению мероприятий по предотвращению прорыва дамбы на реке Чусовой. В настоящее время на пункте временного размещения в культурно-досуговом центре Староуткинска находится 44 человека. 57 человек из зоны возможного подтопления размещены у родственников. На месте работают 167 человек и 47 единиц техники, из них 16 плавательных средств.